Владимир Колокольцев вручил государственные и ведомственные награды волонтерам, награждение активных участников добровольческих организаций правоохранительной направленности проходит в год волонтера и в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел. Для Министерства внутренних дел России важны поддержка неравнодушных граждан, дальнейшее укрепление развития партнерских отношений с общественными организациями. Сегодня их деятельность многогранно и крайне востребовано. Глава МВД отметил вклад добровольцев в обеспечение безопасности на дорогах. Во многих субъектах эффективно действуют общественные патрули. Только с января по сентябрь в результате проверки, полученной от граждан информации, пресечено почти 240 тысяч нарушений правил дорожного движения. Тем самым удалось снизить риск возникновения ситуации, создающих угрозу безопасности наших сограждан. Кроме этого, МВД уже много лет сотрудничает с поисковыми отрядами, которые сформированы в большинстве регионов и включают в себя около 15 тысяч человек. Статистика достаточно внушительна. По одной Москве у нас за этот период времени уже несколько сотен найденных пропавших детей. Практически такая же статистика по каждому региону, который входит в нашу ассоциацию. В общей сложности это уже несколько тысяч человек, которые были найдены благодаря общим усилиям полиции и волонтерских организаций. Среди тех, кто занимается волонтерской работой и участвует в поисковых экспедициях, немало сотрудников полиции. Дмитрий Панин вместе с коллегами нашел и спас девочку, которая потерялась в лесу. Естественно, когда найден ребенок, и все хорошо. Ну, естественно, я считаю, это очень благое дело, и поэтому вполне возможно, что по окончании своей службы я, может быть, буду участвовать в этом движении. Также волонтеры антинаркотических движений помогают выявлять места сбыта запрещенных веществ и лиц, причастных к их незаконному обороту. Положительные результаты приносит просветительская деятельность, ориентированная прежде всего на молодежь. Министр внутренних дел поблагодарил приглашенных за душевную теплоту, отзывчивость, бескорыстие и в то же время нетерпимое отношение к нарушителям закона.